Хорошо, вы как? Идем потихонечку. Кто-то все уже выбрал, поэтому отчетный. Отчетный выбор в честь отчетного. В эти парки тогда было очень интересно. В эти парки было очень интересно. Мы разбились на группы. Ну, я послушал, честно говоря, в ходе обсуждения интересные идеи были озвучены. Если исходить из проблем, они поставили, что слабую уровень программ поддержки, и просто не информировались, как бы детально. Он не исключился из-за неинформированности, а информировался, из-за чего. Что нам как бы... Опечатает. Так сообщение пришло. Вопрос не в информированности совсем. А вопрос либо не в желании участвовать в сыром законодательстве, либо в условиях такой циничной процедуры, многие же просто лесбийские писатели. А еще как бы программа узнаваемая. Вопрос в том, что детали, например, удивили полчаса часа, пробежались по всем, сказали, сказали бюджет, сказали кто. Кратко, да? Со знаками там же? Нет, почему? В Сингапуре. Детали обсуждали. Нет, почему? И тему сложную. А в районах вообще не понимаю, что происходит. Я предложил, говорю, знаете, если бы в районе или хотя бы уставные принципы по сельскому населению сделал бы образованный, опытный, решатель, человек, как в Японии. У них вся господдержка, сводится консалтинг. Сидит опытный наставник и рассказывает молодежь, как вообще в ней жизнь двигается. Вот, я говорю, если бы он помогал им готовить заявки, раз, копался в их деталях, помогал, ну, возьмите его на пас, чтобы тебе не спалил там. Только не... Не сразу же, после после второго года станет проще открыть жар-институт и обучать уже именно по конкретным направлениям по жару. Да, да, то есть у нас вообще такие специалисты. Очень много. Тут нужна конкретная подготовка, потому что этих людей просто сейчас взять неоткуда. Некоторые районы смогли взять, вот, а некоторые просто... Ну вот он, я же есть. Ну, ты согласен, за 20 тысяч нет. Да. То есть здесь вопрос, либо он должен получить возможность зарабатывать, тоже когда-то участвовать, вот. Либо достойное содержание, чтобы опытный сознательный человек пошел как бы вот туда, вот туда. Они говорят, нет, давайте в итоге смотрим, что я, так сказать, грустно. В итоге надо создать портал. Этих порталов. Я говорю, пережил трех министров, и каждый из них, каждому предлагали портал. И каждый ведомство предлагает свой портал.
Не в презентации делать. Не гоже. Сейчас вот глубокой начинки. Кто может соответствовать, кто может. Либо все ресурсы, ситуации компании, выход отчетности. Подскажем, самое главное, еще как потом это. Ну, а что ты тогда не хотел сказать? По сути, та работа, которую мы занимаемся, она должна быть в муниципалитетах представлена довольно серьезно. Куда предложить? Долго закладали, вынесли портал. Надо прощать процедуру участия. Я с удовольствием создал. Начали опять говорить о том, что информация, которую предприниматель так и так сдает каким-то госорганам, надо брать их за это. Не надо запрашивать предпринимателя. Надо подвести все формы отчетности к тому, что измеримо и легко доставаемо из отчетов ФОС. Зачем дополнительные формы? Я так полагаю. Чё-то мне кажется, надо снимать. Всем добрый день. Мы сегодня с вами проводим стратегическую сессию по национальным проектам. И первое слово мы хотели бы передать приветственное и по ходу реализации национальных проектов Республики Татарстан министру экономики Республики Татарстан Абдуганиеву Фариду Субхановичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот такой формат даже, он интересный, вроде давосская рассадка, а у меня такой доклад приготовлен. Я вам хочу, прежде чем я доложу о текущем состоянии по реализации национальных проектов, хочу сказать, что работа поставлена сейчас не просто на контроль, а на особый, наверное, контроль, потому что не только потому, что уже середина октября, а и потому, что это действительно хороший такой способ вовлечь все силы, будь то власть, будь то структуры, коммерческие структуры, общественные организации, студенты, вузовская общественность, наука для реализации поставленных целей. Тем не менее, есть проекты, есть конкретные показатели, которые мы должны достичь. Татарстан взял на себя обязательства и будет реализовывать 49 региональных проектов, которые затрагивают различные отрасли экономики, социальной сферы. В них мы должны достичь определенных результатов к 2024 году. Пожалуйста, слайды. Приоритет национальных проектов выступает человеческий капитал. Вот эти 49 проектов. Мы их разбили на три части. Не случайно. У нас, вы знаете, в Татарстане принята стратегия 2030. Она тоже на трех таких китах зиждется. И вот здесь, наверное, мы где-то предугадали вместе с вами то, что три основных кита, вот и по ним распределены эти региональные проекты. Человеческий капитал, это у нас проекты здравоохранения, образование, демография, культура, комфортная среда для жизни, национальные проекты, жилье, городская среда, экология, безопасные качества, автомобильные дороги и экономический рост. Это у нас проекты малого и среднего предпринимательства, наука, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, международной кооперации, экспорт и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Мы в настоящее время заключили 48 соглашений о достижении целевых показателей в рамках реализации данных региональных проектов. Также в целях
реализации национальных проектов в республике заключено 38 соглашений. Вот они тоже сейчас на экране. На предоставление субсидий иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета. На сегодняшний день заключено 488 госконтрактов. Я думаю, что эти цифры даже уже начало недели, уверен, что они чуть больше. Будет у нас цифры на завтра будут. Но, то есть мы можем сказать, что больше 90% госконтрактов уже заключено. Общая сумма заключенных госконтрактов 13,4 миллиарда рублей. Всего в 2019 году на реализацию 49 региональных проектов будет выделено 25,7 миллиардов рублей. 18,1 это средства федерального бюджета. Для справки скажу, что здесь у нас еще были заложены средства на проведение WorldSkills в размере чуть больше 5 миллиардов рублей. И 7,6 миллиардов рублей это средства республиканского бюджета. 5,1 миллиарда рублей это софинансирование из регионального бюджета и дополнительно 2,5 миллиарда рублей были выделены по решению президента Республики Татарстан в рамках реализации федеральных проектов демография, здравоохранение, образование и культура. На сегодняшний день нам поступило следующий слайд, пожалуйста, 15,3 миллиарда рублей или 59% от годового плана. Освоено 14,5 миллиардов рублей. Здесь я хочу сказать, что такое поступление, вот я задаю вопрос, почему такое поступление, чуть больше половины, поступление, как вы знаете, по бюджетным правилам у нас по капиталке идет после того, как мы уже объект завершен. Что касается координации проектной деятельности в части реализации нас проектов, я хотел бы отметить следующее. Ответственность за реализацию нас проектов в первую очередь несет вся большая команда, ну, формально это, конечно же, президент Республики Татарстан, Рустам Галиевич Миниханов. Персональную ответственность несет правительство, министры, депутатский корпус. За каждым нацпроектом закреплен куратор на уровне со статусами ниже вице-премьера Республики Татарстан. Каждый министр отвечает за реализацию нацпроекта в своей отрасли. Вот здесь, конечно, очень мелко. Этот слайд можем отдельно дать. Здесь указаны каждое номинальное министерство, которое входит в реализацию того или национального проекта. Так бывает частенько, что нацпроекты на стыке различных министерств. В каждом регионе различные деления может быть на министерство, на ведомство. Вот у нас, соответственно, это так. В свою очередь, наше министерство, Министерство экономики Республики Татарстан, оно призван координатором всей проектной деятельности в регионе. На нас возложен оперативный мониторинг реализации нас проекта, анализ своевременности предоставления данных, оценка рисков по достижению целевых показателей. Целевые показатели — это не деньги, естественно. Готовка предложений для своевременной и эффективной реализации поставленных перед нами задач. Если еще мельче был бы слайд, то там бы уже пошли непосредственно мероприятия. Учитывая, что сегодня в рамках стратсессии будет обсуждена реализация по трем нацпроектам, это МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержки занятости, международных кооперации и экспорт, более подробно остановлюсь на них. Мы сегодня здесь не случайно, вот мой коллега, первый заместитель министра промышленности и торговли, Татарстан, у нас есть ряд проектов, даже нацпроектов, как раз стыковые. В основу нас проекта «Производительность труда и поддержки занятости» лег успешного реализации в нашей республике программы повышения производительности труда и поддержки занятости. В целях реализации нас проекта в республике утверждены три региональных проекта. На их реализацию в 2019 году выделено 304 миллиона рублей, в том числе 295 из федерального бюджета. Тоже здесь разбивка на слайде представлена. В рамках нацпроекта в текущем году реализуются следующие мероприятия. Первое – это создание модельного центра занятости в городе Набережные Челны. Второй по значимости город Республики Татарстан. К 1 декабря текущего года здесь будет открыт полностью стандартизированный центр занятости, где будут соблюдены все регламентные процедуры по предоставлению услуг, включительные интересы граждан в части удобства и простоты получения этих услуг. Это приведет к росту удовлетворенности качества оказания услуг со стороны населения и в целом к повышению производительности труда. Второе мероприятие – это переобучение
повышение квалификации работников, в первую очередь, крупных предприятий, в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда. По состоянию на 1 октября на обучение направлено 1746 человек. Это уже больше плановой численности. У нас была цифра 1707. Прошли обучение 634 человека. Все они сохранили занятости. И третье мероприятие – это проведение региональным центром компетенции в сфере производительности труда. Мероприятие по повышению производительности труда. Здесь в рамках федерального бюджета поступает 129,9 рублей. В рамках мероприятия запланированы следующие вехи. Это привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда, 117 миллионов рублей, и обеспечение деятельности регионального центра компетенций, плюс создание фабрики процессов, имитирующих производственный процесс, который позволяет выявлять потери на разных этапах производства и устранять их, оптимизируя процесс. Он учится на ошибках других. Вот здесь у нас, как, наверное, тяжело в очень легко в бою, да, вот это там больше подходит, это как раз вот для этого. В целом, в нацпроект к 2024 году будет вовлечено не менее 351 среднего и крупного предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. По состоянию на 1 октября заключено 45 соглашений с предприятиями-участниками нацпроекта при плане 63 в 2019 году. На особом контроле эта цифра, и точно так же наши федеральные коллеги отчитываются перед федеральным проектным офисом. Москвы, Министерство экономического развития в данном вопросе, мы в ежедневном с ними контакте. Обучено 193 сотрудника предприятия, участников нацпроекта, при плане 632 человека в 2019 году и 2382 человека до окончания 2024 года, до, значит, даты завершения наших национальных проектов. Коротко о реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство. Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». У нас в республике утверждены 5 региональных проектов. На поддержку предпринимателей Республики Татарстан в 2019 году будет направлено 1,6 миллиарда рублей. Это самый высокий объем финансирования среди всех субъектов, среди всех регионов Российской Федерации. Соответственно, и задачи перед нами стоят. Считаем пропорциональные, очень ответственные. Что предусмотрено этим проектом? Во-первых, финансовая поддержка предпринимателей за счет поручительств, микрозаймов и льготного лизинга. Схема работы у нас стандартная в данном случае, то есть гарантийный фонд Республики Татарстан. Работают у нас региональные лизинговые компании, их всего 5 сейчас, 5 открылось в Крыму. Нам повезло, наверное, то, что оно у нас есть в нашем регионе. В рамках этого проекта расширение доступа к финансовой поддержке у нас федеральных средств поступило в размере 93,56 миллионов рублей. Ну, вместе с софинансированием из регионального бюджета сумма составит 115 миллионов рублей. Вторая строка – это капитальное вложение, инфраструктурная поддержка, строительство промышленных парков, поддержка наших экспортоориентированных субъектов предпринимательства, оказание комплексной консультационной поддержки через центр «Мой бизнес», кстати, он находится здесь, в этом здании. Речь идет о поддержке предпринимателей, осуществляющих также деятельность в моногородах. У нас таких 7, очень плотно работают с фондом моногородов, вот это дополнительная поддержка. Ну и, наверное, самый техника не всегда выдерживает, к сожалению, потому что, как я сказал, уже середина октября, очень большой плотный график, и акселерация малого и среднего предпринимательства. Здесь у нас общая сумма 1 миллиард рублей, в том числе за счет федеральных средств 818 миллионов. Следующее мероприятие – это вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие в создании собственного бизнеса. Это проведение различных мероприятий, информационных кампаний, форумов, конференций, слетов, конкурсов в рамках национального проекта популяризации. Вот одно очередное большое мероприятие, которое в Татарстане пройдет, которое мы считаем, что соберет не менее 10 тысяч участников, оно пройдет сразу в трех городах. В Казани, в набережных Челнах и в Альметьевске 24 октября, нон-стоп в течение дня. У нас такое проведение мероприятий есть. Если кто помнит, у нас они назывались «Перезагрузка». Сейчас название несколько поменялось, и задача слегка скорректировалась, незначительно.
Сейчас мы их реализуем уже в рамках национального проекта. Нам повезло то, что мы этот курс взяли заранее, не ошиблись, и сейчас мы делаем это совместно с нашими коллегами из Федерального центра. И новое направление в 2019 году – это поддержка фермеров республики. Оно не новое, по сути, оно новое в рамках вот этого нацпроекта. Фермеры – это те же самые предприниматели, предприниматели-населения. Мы иногда их разделяем, потому что предприниматели-населения – это не только сельское хозяйство, для них у нас разработан свой пакет поддержки по линии гарантийного фонда Республики Татарстан. В частности, у нас отдельно для них разработан проект на особых условиях. Ну и по линии Министерства сельского хозяйства, традиционно большая поддержка оказывается фермерам. Здесь общая сумма в рамках нашего проекта 418 миллионов рублей, 339 из них федеральные средства. Что абсолютно новое, такая новелла, как говорят юристы, это введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Мы, как один из четырех регионов, вошли в этот проект как пилотный регион. На сегодняшний день свыше 200 тысяч россиян уже зарегистрировались в качестве самозанятых в Татарстане. 35 тысяч человек постоянно на сегодня. Причем рост к этому инструменту очень такой стремительный. Если в начале года мы в первые январские дни получили большое количество заявок, потом это были те люди, которые ждали этот инструмент, которые были уже уведомлены, они ждали, они знали, что это за инструмент. Дальше у нас было некоторое снижение, стагнация, и вот уже с августа месяца идет стремительный рост. Люди поверили, осознали, что это действительно важный инструмент для того, чтобы выйти из тени, легализоваться, причем на весьма и весьма привлекательных условиях. В каждом из